Ребята, всем привет! Сегодня у нас на обзоре будет вот такая вот интересная штука в форме яйца. Ну, она у нас так и называется, яйцо динозавра, там написано на сайте. Это у нас ультразвуковой диффузер. Кто не знает, что такое ультразвук, ребята, объясню. Вот, к примеру, вы когда не слышали звуки, которые издают летучие мыши? Это тоже ультразвук, но он немного в другом диапазоне частот. Ну, и мы его едва слышим. А если по-простому, ультразвук — это волны высокой частотой, и мы их, по идее, вообще не слышим. И в отличие от других волн, ну, например, электромагнитных, которые излучают мобильные телефоны, там, микроволновки и так далее, эти волны абсолютно безопасны для нашего здоровья. Значит, поставляется у нас эта штука вот в такой вот коробке. Я ее уже распаковку я на камеру не снимал, она вот такая вот у нас помятая вся, вот такая вот, можно сказать, в хлам мята, почта наша постаралась, как обычно. Здесь вот написаны характеристики. Это у нас частота, я так понимаю, 2024 МГц. Это у нас поддержка аромамасла, можно туда капать. Power адаптер от 100 до 240 вольт, 24 вольта, 0,65 ампера. Это у нас потребляемая мощность от 7 до 14 ватт, в зависимости от мощности в данный момент. Потом это у нас диаметр вот этот вот, 160, и высота у нас 205 мм. Вмещается туда внутрь 400 мл воды. Это у нас получается потребление, тоже в зависимости от мощности. Ну, то есть... Сейчас вот здесь вот написано, где тут у нас. Вот у нас. Это у нас слабый, средний и сильный. То есть, ну, есть три положения. Какую интенсивность она у нас выдает вот эту вот пар от отсюда. Так, и также есть здесь таймер. Можно без таймера, пока вода не закончится, он сам выключится. Также можно на 1, на 2, на 3 часа поставить. Также есть у нас здесь вот 6 светодиодов стоит внутри, вот написано. И 7 цветов. И наливать можно сюда, вот это у нас водопроводная вода, это очищенная, да, любую воду, короче, можно наливать. Так, ладно, это в стороночку, давайте рассмотрим устройство само. Вот у нас здесь, смотрите, три кнопочки здесь, это у нас кнопка включения, это кнопка у нас, то есть мист, это регулировка мощности, три положения у нее есть. Это кнопка подсветки, можно выбирать разные цвета, но это я вам все покажу. Можно сделать, чтобы она просто разными цветами переливалась. Также нажатием на эту кнопку мы включаем, и потом можно 1, 2, 3, вот это вот таймер, и еще вот раз она опять возвращается на таймер, выключается, и она выключится только когда у нас вода под этот кончится. Здесь у нас вот внутри, сзади, то есть снизу, для подключения нашего блока питания. Здесь вот, не знаю, вам видно или нет, вот здесь вот расположен небольшой такой кулер, он засасывает в себя воздух, который потом отсюда выходит. Так, здесь у нас на сколько? 24 вольта и 650 миллиампер. Ну, как и написано на коробке. Как его можно использовать? Вернее, для чего оно вообще нужно, это устройство? Ну, например, вот в зимнее время, да, когда воздух, к примеру, в наших квартирах сильно пересушен, системе отопления или какими-нибудь, знаете, там, обогревателями, и вся вот эта мелкая пыль находится в воздухе. Вот эта вот штука устраняет такую проблему. Также, к примеру, можно создать какую-нибудь романтическую атмосферу для интимной встречи. Достаточно капнуть воду, несколько капель аромамасел, и будет очень классный запах, аромат в воздухе. Ну или, к примеру, кто-то у вас болеет какими-то простудными заболеваниями. Можно также воду капнуть, например, эвкалиптового масла и включить на пару часов эту штуку. Поверьте, профилактика еще никому не навредила. И, кстати, если кто-то вот пользовался ингаляторами, ну, которые, знаете, когда простудные заболевания, ну, дышать ими, они сделаны по такому же принципу, как и вот это вот устройство. И что самое интересное, ребята, ультразвук не нагревает воду. Поэтому вот все полезные свойства вот этих вот аромамасел, которые вы сюда капаете, они остаются в воздухе. И в отличие от тех же аромаламп, ну, которые нагреваются, ну, я не знаю, кто из вас пользовался, ну, наверное, женщины, кто-то, кто смотрит, вот, допустим, это видео, кто-то наверняка им когда-то пользовался такими аромалампами.
Ну теперь что, давайте покажу, как оно у нас работает. Давайте мы его сначала разберем. Вот оно состоит, вот здесь верхняя часть такая. Здесь еще вот эта штука сам тоже снимается. Да не падает, упасть уже собралась. Вот такая вот у нас здесь емкость. Вот там у нас под ним ультразвуковой генератор стоит. Сейчас открыл, я уже ее включал, уже этим апельсиновым маслом запахло, сюда капал, пробовал. Классно. Здесь вот, смотрите, у нас есть отверстие. Здесь, я так понял, у нас засасывается воздух, который он сюда выходит, вот в эту вот камеру всю, когда она закрытая. И каким-то образом он потом попадает сюда. Вот смотрите, где-то тут, вот здесь в этой крышке есть отверстие. То есть вот она у нас закрыта. Воздух попадает сюда у нас. Давай закрывайся. В общем, здесь выходит, потом попадает он внутрь, вот в эту камеру, и уже потом отсюда вот выходит такой тонкой струйкой. Устройство, кстати, бесшумно так работает. Так, ну в принципе, что, давайте мы сейчас ставим, наверное, сюда воды, и да уже включим, посмотрим. Сейчас давайте я для начала включу в розетку. Так, подключаем. Устройство у нас запикало, то включилось. И без воды, но, кстати, ребята, не включается. Ну, такая вот защита своеобразная стоит. Вот смотрите, давайте я вам покажу. Нажимаем. Вот видите, оно выключилось. То есть, ну, без воды оно работать не будет. Здесь такая защита. Так, давайте нальем сейчас сюда водички и посмотрим, как она у нас работает. То есть, я как понял, что ультразвук, он разбивает капли воды, то есть молекулы воды, на более мелкие. Ну, не разбивает прям молекулы воды. Молекула воды это у нас, как вы знаете, состоит из двух атомов кислорода и водорода, да? И, в общем, просто она делает, ну, я бы назвал это туманом, ребята. Вот вы видели какой-нибудь туман, да, вот это мелкая-мелкая такая, это дымка такая, вот он сейчас ее будет делать. Сейчас мы с вами все это посмотрим. Закрываем. А, ну давайте я сначала включу так, посмотрим, что происходит с водой. Так, нажимаем на включение. Вот, смотрите, ребята, заработала эта штука. Смотрите, что происходит. Не знаю, видно вам, нет. Вот пошел такой у нас дымок от воды. Смотрите, как туман там внутри образовался. Все брызгает на стол. И цвета, смотрите, сейчас вот зеленый, сейчас будет, цвета будут переливаться. В темноте очень эффектно выглядит. Это сейчас у нас стоит. Также вот смотрите, сейчас я вам покажу. Нажимаем, вот он таймер. Ну, вам не видно, здесь вот такой зелененький огонек маленький горит. Вот он перемещается по этим вот значениям. 3 часа сейчас вот. Сейчас выключился. Вот обратно мы включили. Это у нас сейчас стоит на минимальной. Давайте прибавим. Вот видите, что происходит. Вот он, пошел у нас этот пар. Ну как пар, он холодный, ребята. Он абсолютно холодный. Достаточно прикольно это все выглядит. Это на максимуме. Вот так вот, раз все это работает. Давайте я это накрою. И посмотрите, как она выходит сверху. Сейчас вот воздух получается, смотрите, вот отсюда он уходит. Закроем давайте. И вот так вот он дымит. Прям дымит конкретно, ребята, смотрите. Думаю, что его видно, да? И пар холодный. Я прям когда включу, я вообще был удивлен, что это пар холодный. То есть вот оно, я не знаю, слышно ли вам шум какой-то. Но он очень тихо работает. Вот убавляем. Ну, шум слышен только от этого. Вот кулера, наверное. Вот это у нас максимум. Это минимум. Это среднее положение. И также у нас, смотрите, меняются цвета здесь. Можно остановить этот выбор, и можно просто пролистать, допустим, цвета, вот так вот, и просто он у вас будет гореть. Кстати, на камеру видно моргание,
как моргает свет от светодиода, а так глазами я не вижу, чтобы они моргали, просто ровно свет горит красный. Можно просто белый, можно выключить, можно опять включить. То есть по кругу она получается. Вот вы нажимаете, вот у вас желтый цвет завис. Ну, очень прикольная штука, ребята. Вот как вот ее, ну, можно использовать, я уже сказал, да? Можно там, к примеру, в ванную ее поставить еще. Ну, где-то, не знаю, там в спа-салоне, там, скорее всего, какие-то другие штуки у них стоят. Но вот это вот такая квартирного использования. Я показал маме, мама пользуется, она очень довольна. Говорит, очень классная штука. Давно она хотела себе какой-то увлажнитель. Это, кстати, штука недорогая. Ссылка, это пришло мне с магазина Gearbest, кстати. Ссылка на нее будет под видео в описании. В принципе, я думаю, что на этом я, наверное, закончу, ребята. Мне показать особо тут больше сейчас нечего. Как бы устройство работает, здесь все понятно по кнопкам. И, кстати, к примеру, вот, как подарок можно покупать, да, можете своей маме купить, подарить. Она маленькая, много места не занимает, поставили, вот, иногда можно ее включать. В общем, ребята, если видео для вас было полезным, обязательно позитивно его оценивайте. Повторюсь, ссылка будет в описании. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока!